Брестский государственный технический университет традиционно проводит день открытых дверей в весенний период. Это апрель-май для абитуриентов, которые планируют поступать в высшее учебное заведение. Но в связи с непростой эпидемической ситуацией встал вопрос, как провести день открытых дверей для абитуриентов информативно и безопасно. Руководство университета быстро нашло выход. Университет давно достаточно готовится к различным новым формам образовательного процесса. У нас производится постоянный процесс оснащения студий, в которых возможно проводить различные формы образовательного процесса с использованием информационно-коммуникационных технологий. Поэтому это как раз и стало толчком для того, чтобы использовать эти возможности для проведения онлайн дней открытых дверей в нашем университете. День открытых дверей планировали провести 4 апреля, но вместо массового сбора абитуриентов в одном месте, с этого числа запустили первую прямую трансляцию. На ней подробно рассказывали обо всех достоинствах, особенностях и преимуществах, которые может предоставить университет и выбранный факультет абитуриенту. Во время онлайн-трансляции можно узнать информацию о специальностях университета, о современных лабораториях и аудиториях, об особенностях вступительной кампании. Также есть возможность получить ответы на интересующие вопросы в режиме реального времени. Учитывая то, что это день открытой двери факультета, факультету предоставляется полное право представить себя так, как они считают это нужным. Как правило, в начале эфира минут 10-15 это презентация. Студенты данного факультета рассказывают о своем факультете, о каждой специальности более подробно, о каких-то преимуществах. А затем начинается непосредственный чат с вопросами абитуриентов и их родителей. Никаких вопросов заранее мы не собираем, соответственно, никаких ответов заранее не готовим. То есть все происходит в режиме онлайн. Вопросы очень непредсказуемые, то есть предусмотреть, что могут спросить абитуриенты, практически нереально. Абитуриентов, начиная от момента поступления и до момента распределения, интересует все. Как можно подзаработать во время учебы, куда они могут пойти на преддипломную или производственную практику, а также вопросы, касающиеся дисциплин и многое другое. Длительность онлайн-общения зависит от того, сколько и какие вопросы задают декану факультета. На сегодняшний день мы провели уже 3 таких встречи, и они себя очень хорошо зарекомендовали. На сегодняшний момент до 1500 просмотров каждого выхода, и можно анонсировать, что процесс продолжается. Следующую субботу очередной эфир, на котором декан машиностроительного факультета расскажет про то, что абитуриенты смогут получить в стенах нашего университета по профилю машиностроения. Ирина Кузьмич, Эдуард Бакунович, Александр Макаревич, телекомпания БУК-ТВ.